Вас тут пытають про смерть пана Доренка. Так. Что вы думаете об этом человеке, его смерти и спекуляциях вокруг нее? Я думаю, что это был исключительно яркий, интересный журналист, выдающийся журналист, один из символов журналистики своего времени, неоднозначный человек, очень неоднозначный. Смерть, конечно, яркая. Вот как жил ярко, так и умер ярко. Но, слушайте, это один из символов времени. Очень интересный человек. А що до спекуляцій навколо там, смерті, різні політичні заяви, ситуація з тим, що похорон спочатку призначили, потім тіло дочери не віддавали? Дочери від первого брака обратились в поліцію, що з заявлением, що нова жена Сергія Доренка могла його отравити і так далі. Ужасно, звісно. Отменили прощання, вже люди пішли на прощання, його отменили. Он хотел быть кремирован, они хотели, чтобы его в гробу похоронили. Ну что это уже обсуждать, это даже не хочется обсуждать это. Угу. Ужасно. Вы погоджуетесь с тем, что Сергей Доренко, он стал таким, через него Путин започаткував цензуру в СМИ после его передачи про Курск? Он сыграл, конечно же, в этом роль. Конечно же. Он был цепным псом ряда людей против ряда других людей. Уничтожал он, конечно, на корню. Но я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, что он был выдающимся журналистом. Это разные вещи. Вот журналист выдающийся, человек, это уже второй вопрос. Я его не знал, мне были лично знакомы, поэтому я могу рассуждать как телезритель и как человек, кому что-то рассказывают другие люди.